Воспитанники воскресной школы Покровского храма Краснодара получили благотворительные подарки, канцтовары и одежду. Многие ребята из многодетных семей, а такие семьи очень часто сталкиваются с финансовыми сложностями. Подробнее о добром деле в сюжете наших коллег. В дни Великого Поста в Покровском храме Краснодара в здании детской ремесленной церковно-приходской школы прошла благотворительная акция. Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю совместно с приходом подготовили для детей, учащихся воскресной школы, канцелярские принадлежности и одежду. Подарки дети получили перед началом занятий. Сегодня мы проводим благотворительную акцию по передаче канцелярских товаров для воспитанников воскресной школы при храме, а также вещей для нужд нуждающихся прихожан храма. Эта акция ежегодная, я бы даже сказала, регулярно они проводятся. Такие акции с участием судебных приставов проводятся при Покровском храме более 10 лет. Дело в том, что в школах воскресных большинство детей учатся малоимущих, многодетных, которые действительно нуждаются в поддержке и в помощи. Я благодарен руководству Соединенных Приставов, что они обращают на это внимание. И действительно, родители, которые не имеют возможности лишнего приобрести или из одежды, или из канцелярских товаров, а они оказывают нам такую огромную помощь. А тем более пост, приближаемся к великому празднику Воскресения Христова. Вот, и поддерживая молитву и добрыми делами. Эта посильная помощь оказывается очень даже востребованной. Хочу сказать спасибо огромное, потому что действительно деткам они нуждаются в такой помощи. Есть, ходят люди, которые малоимущие семьи. Очень много у нас семей, которые очень много детей у них, да, и накормить и всех одеть очень достаточно сложно, да, в наше время. И хорошо, что есть добрые люди, которые помогают. Благотворительные акции проводятся при Покровском храме в дни поста, когда весь строй богослужений настраивает на молитву, покаяние и милосердие, на служение Богу и ближним через добрые дела.